сетях. Владимир, а вы будете там эвакуировать около прокуратуры? Не буду эвакуировать, это ставят нарушение. Понятно. А у вас один эвакуатор? Да. Понял. Печально. Как всегда, мало. Нет, нельзя. Можно не снимать? Нельзя. Вы не имеете права снимать мое лицо. Ну вы не подходите, я не буду снимать. Он без вашего разрешения не имеет права выкладывать все в сеть. Отойдите, пожалуйста. От меня отойдите, пожалуйста. А вы сами отойдите. Вам нужно, вы отойдите. Я стою просто нормально, ничего никому не мешает. Пожалуйста, мою машину. Ну вы нарушили, я зафиксировал. Вы свою работу не проказали? Ну вы нарушили, видите? А вам какая разница? Ну значит, есть мне разница. Жаба задушила, что у вас нет машины. Да мне не нужна ваша машина 1000 лет. Зачем? Какая жаба? Вы о чем говорите? У меня другие ценности в жизни. Я вижу ваши ценности. Меня ваша машина не интересует. Изучили правила. Это стоянка. Ну вот, смотрите, сотрудник. Вон полоса. Нет, сотрудник здесь. Зачем? Я-то вас не привлекаю. Сотрудник есть. Телефончик убирайте. Вы что-то еще хотели спросить? Да, я вас снимала на камеру. Вы же сами говорили, нельзя. Ну, я хочу предъявить. Я в суд хочу на вас подать за то, что вы снимали. Да подавайте. Замечательно. Гляньте, как все быстро разъезжаются, а? Вы матом не ругайтесь. Нецензурной брани. Не Так тоже нельзя, да? Сейчас сотрудник примет решение. Так можно? Я думаю, нет. Согласно парковке можем. Система парковки. Все равно нарушаете правила дорожного движения. Вот парковка заканчивается, сотрудник. Обратите внимание, вот где уширение там есть. Второй значочек. Это все неправильно, вот эти стоят транспортные средства. Нет, с той стороны значок. Ну вот я сотруднику объясняю, вы послушайте. Вот там знак стоит с табличкой. Вот парковка на уширение распространяется. Здесь уширение, вот здесь заканчивается. Вот последняя машина. Вот эти все с нарушением стоят. Под 90 градусов здесь нельзя ставить. Здесь только можно дальше ставить параллельно проезжей части. Вот, посмотрите, там знак. Это после распространяется, да, после него. Сейчас вот сотрудник для этого есть, вы понимаете. Я же все вижу. Ну, он же один. Можно я сам решу, что мне делать? Пожалуйста, без вас. Вы слишком много... Мало, видать, вам... Слишком много у вас советов. Вы в этой жизни делали. Видать, мало, надо еще, да? Да только делайте вы нехорошие вещи пока. А чем я нехорошие вещи? Ну,
Ну, хамите, оставляйте машины вторым рядом. Нет, нарушайте правила дорожного движения. Мешайте движению. Вот и зарабатывать. Поставьте налоги, чтобы таким упырям, как вы. Да вот вы платите кому налоги. Вот платят. Вот платят им. Вот им платят, сотрудникам. Вместо того, чтобы работать, ходить. Да не ты. Вы прочитайте книжки сначала. Книжки почитайте, как культурно надо обращаться. Вот именно. Да я сам решу, что мне делать. Вы не нарушаете правила дорожного движения. Если не будете нарушать правила дорожного движения, я буду работать. Сотрудник полиции, обратите внимание, пожалуйста, машина стоит с нарушениями правил дорожного движения. Посмотрите, пожалуйста, знак, на что он распространяется. Парковка вот заканчивается, где уширение? Где уширение? Обратите внимание. Можно к вам обратиться? Сотрудник полиции. А? У меня обращение к вам есть. Вы не реагируете на обращение? Нет, это не мое. Зачем это? У меня обращение есть. Сотрудник полиции. Владимир, вы не, обращение. Вы не мешайте мне составлять это. Вы поставили машину сейчас с нарушением правил дорожного движения. Вы мешаете составлять. Я обращение к вам направляю. Вы нарушение. Нарушение на ваших глазах. Нарушение на ваших глазах допускается. На вас жалоба будет подана. Вы можете понять? Больше вы ничего не делаете. Вы можете понять? Вы можете понять, что на вас жалоба будет подана? Вы подавайте жалобу. Это ваше право. На ваших глазах девушка вот эта поставила машину. Абсолютно без нарушения. Ну, обратите внимание на знак. Способ парковки она правильно. Совершенно верно. На уширение она действует, на парковку. Дальше она заканчивается, уширение. Согласны? Согласен. Дальше параллельно. Да, ну хорошо, я направлю в ГАИ. Если это будет правонарушение, то тогда на вас будет подана жалоба. Хорошо. Хорошо. Владимир, а я вас приглашал на 12Б эвакуировать. Почему здесь эвакуировать? Не подскажете, на каком основании? На каком основании вы приглашаете? А я обращение направлял устно. Вы его, получается, не рассматриваете. Рассмотрят ваше обращение. Не, ну вы же приехали, не рассматриваете сейчас его. Получается, эвакуируете в том месте, куда я не просил. Там, где стоят нарушения. Не, это понятно, это правильно делаете. Но я же обращение направлял именно 12Б. Получается, обращение мое никто не рассматривает. Получается, игнорирует, по другому адресу рассматривает. Как же так? Все мы рассматриваем, все принимаем меры по всем адресам. Ну, я же вижу, что вы просто проехали мимо почему-то, и все, там тоже стоят с нарушением. Уважаемый сотрудник, Владимир, там же тоже стоят с нарушением. Почему вы проехали там? Я не могу у вас получить ответ на свое обращение. Я же... Вам ответ все предоставить. Так я у вас устно спрашиваю. Вы в ответ закона о полиции должны отреагировать на мое обращение. Я реагирую на все ваши обращения. Так вот, обращение 12Б нарушает около прокуратуры. Вы не реагируете. Вы проехали мимо. Все, уже давно. Ну как давно-то? Ну как составили административный материал? Где составили-то? 18 Шевроле. Как вы составили, когда на моих глазах вы проехали мимо и все? И все разъехались в это время. Можно отреагировать, туда пройти, пожалуйста? Я уже отреагировал на все. Ну как вы отреагировали? Каким образом? Можете подсказать? Чтобы мне знать конечный результат моего обращения. Я хочу разговаривать. Как не хотите? Так вы обязаны-то. Закон о полиции выполните. Я уже все выполняю. Выполняю свои служебные обязанности. Выполните закон о полиции, отреагируйте, пожалуйста. Я ничего не мешаю, я обращение к вам направляю. Я никак не мешаю, я вам ручку не отбираю, ничего не делаю с вами, хожу рядом. Так вы не реагируете на обращение. Я реагирую на ваше обращение. Но 12Б, вы проехали мимо. Вы проехали мимо 12Б. Почему? Я не могу получить ответ от вас. Сейчас дойдем до 12. Так вы проехали мимо. Я не проехал мимо, я оттуда. Эвакуатор проехали мимо. Я вы оттуда заезжали, да? Нет, да, понятно. Ну хорошо. Значит, туда сейчас пойдете, да? Можете подождать меня там. Ну они разъехались там все пока. Видимо, там кто-то сообщил, наверное, им, да? Возможно.
вот уже пока стояли, гляньте, успел уехать, по-моему, здесь четвертая машина была. Сотрудник полиции, обратите внимание, пожалуйста, сейчас уедет на ваших глазах нарушитель. Не выяснили, чья она, да? Во. Вот и всех прокурорских. Я там уже поехала. Давайте, водите, сейчас идите. Ой, сейчас я распущусь. А сколько он попадет без водительского удостоверения? Удостоверение, свидетельство о регистрации, страховой полис ОСАГО. Это такие работники прокуратуры, видимо, из канцелярии, где-то вот так вот. То есть не прокурор, сотрудник полиции припарковался. Там сейчас пока не было. Вот, да ладно вам, ни, сил не хватит. Что же вы такая злая-то, а? Ноги сломаю, слышишь? Здрасте, а это ваша машина? Не могли бы убрать из второго ряда? Будьте добры, а то прям полиция работает, вы прям... Не, вы прямо сейчас уберите. Документ сейчас отдадут. Не, вообще, прямо сейчас уберите, пожалуйста. Не надо ждать никого. Я сам решу, что мне делать. Мы сейчас на вас полиция, вы должны мне разрешать. Вызывайте. Машину уберите вторым рядом, вы стоите. Вы слышали вопрос? И просьбу. Вопрос. Пожалуйста, уберите прямо сейчас машину. Вы нарушаете правила дорожного движения. А вы продолжайте. Добрый день. Добрый день. Вы, может, не заметили, к сожалению. Я заметил, я приехал специально за первым заместителем прокурора. Зачем? За Хромых Василием Васильевичем. Первый заместитель прокурора. Ну и что? Ну, меня всегда здесь пропускают. Хотите, я вам покажу место без нарушения правил дорожного движения? Нет, это, ну, как... Ну, нельзя рабочий, здесь стоять. Нельзя здесь стоять, мужчина. Нельзя. Вы нарушаете правила дорожного движения. Хоть вы к кому приехали. Нет, ну, это же территория огорожена специально для... Она не огорожена. Здесь желтая полоса. Желтая полоса, ну, нам говорит, о чем водителям. Я понимаю, но ставят же рабочие. Это не важно, кому... Нет, они не ставят. Видите, никто не ставит. Сейчас всех эвакуировали отсюда. Сейчас всех... Обратите внимание, я вам еще раз говорю. Я вам говорю, где можно поставить. Посмотрите вдоль забора. А как его забрать тогда? Вдоль забора, посмотрите, какое хорошее место для парковки. Вдоль забора с этой стороны. А, вот это вот? Да, с внешней стороны. Я вам и говорю, без нарушений правил дорожного движения. Вот хорошо, и все. Хорошо, спасибо. Спасибо. Я просто как-то раньше всегда... Нельзя здесь ставить машину. Сейчас. Если вы поставите, вдруг мы будем здесь проводить мероприятие, вы можете быть привлечены к ответственности. Здесь сотрудники заметят. Сейчас они вот там работают, где-то отъехали немножко, за эвакуаторы поехали. Поэтому в любой момент вы можете привлечены к ответственности быть. А вот место хорошее, вот я вам показал, там ставьте и все, проблем нет никаких. Все, спасибо вам большое. Говорит, приехал к заместителю прокурора. А, это аргумент. А, это большой, во, правильно. Так, что-то какие-то выяснения тут. Где можно, где нельзя. Группа поддержки собралась. Ага. А эту, по-моему, не заметил сотрудник. Ну ладно. Еще один подъезжает. А вот едет. А вот едет. Что-то делает непонятное. Сейчас. Непонятный маневр. Он просто развернулся, развернулся. Разворачиваться у нас не запрещено. Здесь правила дорожного движения, поэтому.
Да, вот здесь классно. Здесь 2-3 машины можно поставить. А раньше они выходили. Охранники. Да. А иногда не выходили. Я туда захожу, там мне прокуратуру надо. Они. Почему поставили машину? Вы проезд перекрываете. Я говорю, кто вам сказал? Что, нельзя проехать, что ли, здесь? Вызывайте, говорю, эвакуатор, пусть эвакуируют меня. Ну ладно, ладно. И все. Вот так. Ну, надо показать просто, а так. 3 машины здесь умещают спокойно. Ну, действительно, сейчас хорошо чисто. Машины. Да. Может, бывает, не повезают, так стоят, с той стороны. А не проедешь. Невозможно проехать. Сейчас уберут, и все, красота будет, да. Ну, на время, естественно. Потому что понятное дело, что завтра будет то же самое. Здравствуйте. Добрый вечер. Не могли бы убрать машину из второго ряда? Убью. Пожалуйста. Все, сейчас спасибо убираю. Большое. Спасибо. А уже вечер, да? Мужчина сказал, добрый вечер. Пойдем еще. Подойдем к сотруднику. Последнюю машину уберем. Сейчас, что снимаешь? Второй ряд. Ну, машину убирайте из второго ряда. Сейчас, поговорю по тебе. Прямо сейчас убирайте. Ну, уберите машину, пожалуйста, из второго ряда. Сейчас я уберу. Все хорошо, хорошо, его. Хорошо. Ну, а смысл какой? Хорошо, уберите, пожалуйста, сказал, машину. Камеру, все уберите. Замечательно. Вы молодец. Здравствуйте, а вы водитель вот этого автомобиля? Нет. А можете его пригласить, чтобы убрал второй ряд? Обязательно, как только выйдет с прокуратуры, сейчас уберет. А позвонить? Вот листочек лежит, мы зашли. А, понял, туда улетел. И никак, да? Ну, вон он уже идет, сейчас уйдет. Да, далековато. Мужчина, здравствуйте. Уберите, пожалуйста, машину с второго ряда. Вторым рядом вы остановили. Запрещено правилам дорожного движения. А я гражданин. Ничего не слышу. Я говорю, черти. А, понял. Мы такие, да. Место хотел показать. Мужчина, подскажите вам место для парковки. Вон там хорошее место вдоль забора. Вдоль забора, где прокуратура. Там можно ставить. Вдоль забора с этой стороны. И замечать, там 2-3 машины можно уместить. И там без нарушений. Хорошие места подсказываю людям. И последний водитель покидает второй ряд. Вот смотрите, вот видите, что значит цепная реакция. Никто не стоит, никто не паркуется вторым рядом, да? Никто не ставит. Сейчас достаточно одному припарковаться, сразу появится ряд целый. Здесь то же самое. Вот. Вот, никто не паркуется, все чисто, да? Получается. Так, вот мы видим полностью очищенная улица от второго ряда. Хотя.
Ну да. Хотя вот что-то там по правилам припарковался.